Вот перед нами Smart Band Talk, но, к сожалению, это не рабочий прототип, это муляж, тут ничего не реагирует, ничего не включается, поэтому можно оценить только дизайн. Да, дизайн здесь неплохой, поддерживает разговоры, то есть можно использовать микрофон, и где-то есть динамик, который позволяет слышать входящие вызовы и прочее. Да, застежка так осталась такая же, также и мешки тут, видимо, будут как-то меняться, но кого-то я не пойму. Похоже, что все-таки здесь будут какие-то застежки в этом вот месте, наверное, как-то это будет все сниматься. Потом узнаем уже, как появятся в продаже серийные образцы или просто будут доступны на тест. Можем видеть кнопку питания, это, видимо, кнопка листания различных режимов. Прикольные, интересные, можно сравнить с предыдущим поколением. Так это выглядит, так это выглядело раньше, ну а так это выглядит сейчас. Как по мне, решение с экраном отлично, часы себя отлично зарекомендовали в этом плане. И могу сказать, что некоторым владельцам текущих смарт-бендов не хватало как раз индикации времени. Пожалуйста, здесь она есть, то есть можно покупать смарт-вотчи, можно покупать смарт-бенд, вы всегда будете видеть время. По мне, это более аккуратное решение, чем смарт-вотчи. Смарт-вотчи больше, скажем, не для всех. Можно сравнить даже со вторыми, третьи ее тут были рядышком, уже отдал. В общем, задавайте вопросы, постараемся найти потом на уже доступные варианты продажи или на тесты, когда будут уже рабочие. Ну вот, пока вот так.